Hi guys, welcome back to Junris Vlog Reaction. For this video reaction, let's go to Russia, our favorite country. Spasiba to our Russian friends and privet to all of the guests. And how are you all? And the title of this video that we need to do some reaction for today is, my God, American About Life in Russia, Russian Ballet, Americans of Russia. Oh my God, this is pretty incredible and I love it because in terms of sports, like in Tokyo Olympics, the recent Tokyo Olympics, Russia got a lot of gold of deep performing in terms of like in sports, in dancing, and even in the synchronized swimming, or even in the gymnast. These Russian like ladies and their sportsmen are very incredible in terms of the sports. My God, congratulations to all the Russians who get some medals during the competition of Tokyo Olympics 2021. Oh my God, I hope you enjoyed watching with this one, and credit to the owner also with the video, our favorite content creator from Russia. No other than tablet memory, I'll put in the description box below so that you can connect also with tablet memory. Let's get to it, guys. Enjoy, and if you're new to my channel, just click on the subscribe button, click on the notification bell so that you'll be updated on our future uploads. And if you have some comments and suggestions related to this performances or any video from Russia, guys, drop it in the comment section. I would love to read and respond to you all and make your video request. And let's get to it, guys. It's Spasiba and Privet to all. Wow. Thank you so much for this one. Please turn on the subtitles down there, guys. The CC down there. Мое первое русское слово, которое я выучила, было... Бестолковое. Бестолковое. А, нет. Спасибо. Пожалуйста. Здравствуйте. И, конечно, выворотность, которая означает что-то вроде гибкость. Like so graceful. Для меня причина, по которой я выбрала Россию, был тот факт, о котором я хорошо знала на протяжении моего обучения в Кировской академии в Вашингтоне, что русская система обучения самая лучшая. Так что для меня без вопросов, если у меня появляется возможность поехать в Россию, то я обязана подготовить себя для более высокого уровня, чем у тех, кто тренируется в Соединенных Штатах. Я вообще-то была позитивна по поводу России, но я немножко боялась. Боялась, что учителя здесь будут очень злые, холодные, очень прямые, что здесь будет все сложное, будет очень тяжелые соревнования. А я тут буду самой ленивой, и мне понадобится очень серьезно работать для того, чтобы всех догонять и обгонять. Поэтому, конечно, у меня здесь были идеи по поводу того, что здесь будет какой-нибудь такой коммунизм, и очень сложно, но все по-другому. Люди здесь просто прекрасные, и они не холодные вообще. Одной из самых больших сложностей здесь был язык. И, конечно, поначалу я не могла говорить по-русски. Но как только у тебя есть язык, это как ключ, который открывает все остальное. Конечно, когда я переехала сюда 6 лет назад, я вообще не знала, что будущее приготовило для меня. И я даже не предполагала, что буду здесь так долго. Мои родители были поначалу, конечно, шокированы, но они очень гордятся мной. И они очень хотели, чтобы я преуспела. Они видели, что я очень хорошо готовлюсь для этого вызова. И поэтому они очень хорошо мне помогали. Конечно, они нервничали, но мы верим, что у Бога есть план для тебя. И что все будет хорошо. Поэтому, я думаю, очень большая роль веры для моей семьи в том, чтобы я приехала сюда. Но оказалось, оно того стоит. Я очень счастлива, что сделала этот выбор. Конечно, я хотела бы, чтобы мои друзья, моя семья приезжали ко мне сюда гораздо чаще. Но мои родители приезжали дважды, и это было очень весело. И я надеюсь стать еще более успешной для того, чтобы привести сюда еще больше друзей и родственников. Потому что Россия — это страна непонятая. Я думаю, что людям просто нужно приехать и самим здесь все увидеть, получить опыт. И когда я вижу в их глазах, что они видят все это, что у них появляется опыт, они полностью изменяются. Все их мнение. И это действительно замечательное место, о котором плохо знают, например, моя семья, мои друзья, знакомые. У меня очень много русских друзей, очень много моих друзей в США.
В этом плане не важно, какая у вас национальность. И я очень благодарна за тот факт, что я не живу здесь как отшельник. И у меня здесь очень наполненная жизнь, потому что я работаю в российской компании. Мои замечательные коллеги и мои учителя все русские, и я очень благодарна за это. Почему я до сих пор хочу жить здесь, и что помогает мне верить в Россию, это люди России. Невероятная сила, которая находится в каждом из них, сила для выживания и для процветания. И я думаю, это очень особенный момент, когда ты встречаешь целую нацию, которые, знаете, борются, то есть если вещи становятся очень сложными, в России они говорят «опускать руки». То есть мы не опускаем наши руки, мы не сдаемся. Я думаю, это очень вдохновляет меня. И я как бы хочу быть частью такой команды. Вау. Никто не знает, что будущее приготовит для вас. Мои желания не ведут меня домой. Если я поеду куда-нибудь, это будет то место, в котором я еще никогда не была. Но я хочу, конечно, я хочу танцевать в Азии, потому что, я думаю, это последний рубеж. Я думаю, у них там невероятное желание и жажда к российскому балету. Поэтому, конечно, я хотел бы закончить обучение здесь и пойти дальше. Я думаю, что достаточно таких, как я, в Соединенных Штатах. Там не нужна еще одна такая. И особенно в нью-йоркском балете. Они не хотят там балерину такую, как я, потому что меня учили русские. Друзья, не отключайтесь. Это было интервью с Джой Уомбак. А сейчас я переведу вам комментарии иностранцев под этим видео. Пропускаем русские комментарии. 45 лайков. Она по-настоящему вдохновляет. Следующий комментарий. Ее американский акцент постепенно уходит. Следующий. У нее появляется небольшой русский акцент. И она по-настоящему вдохновляет. Следующий комментарий. Я также американец, который живет в России. Я абсолютно согласен с ее мнением о русских. Люди, такие как она, помогают наводить мосты через огромную пропасть между этими двумя странами. Она прекрасна. Прекрасно, просто прекрасно. И последний комментарий. А что не так с балеринами, которых учили в России? Почему нью-йоркский балет не хочет такую, как Джой? Она же безупречна. Я думаю, что русский балет, он просто прекрасен. Друзья, а как вы думаете, почему нью-йоркский балет не хочет тренированную в России балерину у себя? Варианты ответов оставляйте в комментариях. Ну и пока это все. Спасибо за ваше время. Если вы хотите увидеть новые интересные видео, переведенные на русский язык, подписывайтесь на канал. That was really incredible, seeing like how the American believe the talent of like the ballet trainers. And Americans went to Russia just for the training because they know and believe how incredible Russian trainers, especially the ballet, and one of the most expensive and difficult like school of like dancing, ballet dancing. This is the one. The most expensive and most difficult dance in the world. Really, really amazing. And that's why I enjoyed watching with this one and listening her story. If you really have those talent and like dedication that you really want to pursue what you love doing, like she went like going part to your family, it's so difficult, but living your dream, living your life also being as a ballerina, and that's so amazing. And going to Russia, my God, studying of ballet, that's fantastic and very strong of you. Thank you so much and much love and respect to you. I enjoyed watching with this one because I believe Russian, in terms of dances, in terms of sports, they really like superb and they really rose to fame in terms of those lines of sports. Fantastic and amazing. I enjoyed it so much and I hope guys you do. And if you really want to see the full video, it's in the description box below. And if you like this video, guys, same as I did, just give a massive thumbs up. Like and share and subscribe also with my channel. And this is Junris Blagadag React saying stay humble, stay positive, guys. You can connect my second channel, it's in the description box below. You can connect my social media account, it's in here, guys. Thank you so much and have a good day, everyone. Mabuhay po tayong lahat. Ispasiba to our Russian friends. God bless everyone. Bye-bye and see you in next video reaction.